слышим отклик. Меня зовут Олег. Я психотерапевт. Вы не видели мою жену? Она пропала год назад. Доброе утро. У нас что, праздник? Я бы не сказал. Просто на один год стал ближе к смерти. Ух, как пессимистично. Вы гомосексуал? Да пошел ты нахер. Вы долго будете ходить по кругу, обманывая себя и меня. Вы ведь такая фея. Кстати, откуда вы? Владивосток. А внутри Владик, да. Он в глубочайшем стрессе. Тебе надо быть сильной ради сына. Олег, год прошел. Ты уже либо повесься, либо живи и другим дай. Ты права, Вер. Пора забыть обо всем, отпустить, блядь, ситуацию и жить дальше. Иди работать психологом, выдаешь охуительные советы. Теперь он секс-куклой живет. Секс-куклой? А вы проходили терапию? Нет. Прости, я тебя предал. Она как-то резко пропала. Странно все это. Твой сын, он будет главным подозреваемым. Если тебе грустно, говори. Если тебе страшно, говори. Если тебе больно, тоже не молчи. Мне нужно сдаться! Мне его очень жалко. Он одинокий человек. Вас к людям допускать нельзя! Это ты во всем виноват! Я знаю, что Марина вернется. Какой вы человек? К сожалению, плохой.